Генри. Селия. Это было так давно. Они вновь взялись за дело по рейсу 127. Угонщикам помогали из нашего отделения здесь, в Вене. Нужно выяснить, был ли у нас крот. Вик поручил мне заняться 127-м рейсом. Итак, это допрос? Я думала, ты здесь, чтобы посмотреть, осталась ли между нами искра. Как между старыми друзьями. О, нет. У тебя должен быть вариант получше. Как между старыми любовниками. Декабрь 2012 года. Что, по-твоему, произошло? Я жила мечтой. А затем произошел рейс 127. Угон самолета, похоже, привел к самым трагическим последствиям. Кто-то на нашей станции предал нас. А как насчет тебя? Вик поручился за меня. Действительно? Если бы мы начали кричать «крот», то всем бы настал конец. Вы смотрите на доказательства, мы же следуем фактам. Вы обвиняете меня? Мы хотим сохранить это в тайне. Мы не можем позволить себе неловкость, связанную с судебным преследованием. Если это Селия Харрисон, мне нужно знать, что человек, которого я посылаю, может сделать то, что необходимо. Убери ее прямо здесь. Нужно сделать это чисто, но это должно произойти сейчас. Меня беспокоит то, чего мы не знаем. Селия! Кто ты? То, что у нас было, было настоящим, не так ли? Старые ножи. Озвучено для канала в рейтинге.